Депутаты окружного совета от «Единой России» Вячеслав Киреев, Олег Цуцков и Андрей Яцишин, исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Андреева, оценили качество ремонта фасадов многоквартирных домов номер 12 и 14 на фасадной улице в Лесном городке. Сейчас их утепляют специальными трехслойными панелями. Работы ведутся в соответствии со всеми строительными стандартами. До конца декабря фасад будет готов в доме номер 12 и первой секции дома номер 14.